Привет, друзья! Сегодня уже в спокойненьком становочке я продолжу свое повествование о бизнесе в Латинской Америке. Вчерашнее повествование, обратите на него внимание, сделайте сами поиски и убедитесь в моих словах. Теперь я хочу конкретно поговорить о Латинской Америке как таковой с ссылкой, с осознанием того, что было сказано вчера. Значит, основной бизнес, конечно, будет происходить в больших городах. А на сегодняшний момент Буэнос-Айрес – это 20 миллионов населения. Что же там наиболее выгодно и на что обращаться внимание? Я понимаю, что каждый из вас, приезжая в новую страну и пытаясь заняться бизнесом, будет прежде всего думать, как сделать свое собственное дело. Лучший, конечно, выход – это попытаться куда-то устроиться на какую-то большую компанию, выполнять работы такие, как электрика, плиточник, сантехника, потому что в любой кризис, даже если совсем плохо станет, нужно будет... Забился унитаз, протекла труба, это сантехника, выключилась энергия, ну, лампочку люди сами в кризис поменяют. А вот покрасить, прикрутить шурупчик, это может быть отложено на более длительное время, потому что это не настолько необходимо, люди даже в мусоре поживут, но если не работает электрика или не работает, по каким-то причинам вышла из строя сантехника, трубные какие-то работы, газовые работы, но там нужны сертификаты, работа на большие компании. В любом случае, людям помощь будет нужна и будет шанс на то, что вы можете выжить. Точно так же вполне возможно обратить внимание на продукты питания. Но в продуктах питания в Буэнос-Айресе, допустим, продажа вердур или продажа овощей и фруктов, это массово. Занимаются боливийцы. Что они делают? Снимают в аренду маленький локальчик. Я думаю, что этим может заниматься каждый, но нужно знание языка. Снимает какой-нибудь локаль, помещение, которое выходит на улицу с большим трафиком, с большим движением людей, или где-то в удобном месте, где недалеко от железнодорожной остановки, или ну, в хорошем месте. Покупает на Меркадо Централь, то есть на оптовом базаре, необходимое количество овощей и фруктов и продают. И это происходит практически ежедневно или раз в 2-3 дня. Естественно, нужны холодильные камеры, нужно прочее. То есть этот бизнес, который можно начать с минимальным количеством денег, я думаю, там можно вписаться в 20-25 15, может быть, даже 10 тысяч долларов. Потому что овощи, фрукты при любых раскладах покупают. Боливийцы точно так же перешли на то, что арендуют поля, заливают их химикатами, садят растения. И уже, используя труд семей целых, кто-то выращивает, а кто-то продает. На этом выхлоп и результативность намного больше. Я на это буду обращать внимание. Хлеб пекти вряд ли вам дадут, потому что пекут большие компании. И вы можете, конечно, выбрать нишу производства хлеба, производства там, каких-то сладостей, производства чего-то, но на общем фоне или быть одним из тех, кто производит низкокачественный продукт, это значит о том, что не имеете успеха в бизнесе. Мой же подход – к бизнесу, чем бы я ни занимался, это строить планы так, чтобы быть лучшим на рынке. Это очень длительный путь, но только лишь таким путем вы получаете клиентов, которые четко знают, что ваш продукт, который вы производите, является наилучшим, или сервисные услуги, которые вы делаете, являются наилучшего качества. Таким путем можно шаг за шагом
утвердиться на рынке. Пример из моей личной жизни. Когда я приехал в Буэнос-Айрес, приехал с одними идеями, когда понял, что попал, потому что все, что ты думаешь, находясь где-то далеко, спрашивая людей, пытаясь читать газеты, оно не отображает той реальной действительности, той реальной среды обитания, в которую ты попадаешь. Когда я приехал, я сразу понял, буквально в течение 2 недель, что если я буду находиться дальше в среде соотечественников, мой крах будет незамедлительный и для моей семьи. Поэтому повезло, нашли у черта на куличках, так сказать, дом, где жить. И шаг за шагом, в течение короткого времени, мне нашли работу. А нашли работу, потому что я говорю не только лишь на русском или украинском языках. И я там начал показывать или начал учиться что-то делать, используя свои ранее накопленные знания. Спустя время мне порекомендовали очень богатому человеку, стоматологу. И сделав работу ему за те деньги, которые я считал нормальные, я мгновенно получил рекомендации для других людей, которые тоже захотели, чтобы я им сделал ремонт. Потому что те знания, тот багаж знаний, тот опыт, который я привез с собой, я попытался его использовать, и он оказался никому не нужен. Потому что, будучи кем-то, даже большим бизнесменом в своем месте, это не значит, что ты будешь большим где-то в новом месте, особенно в том месте, которое не очень хорошо было понятно, не очень хорошо было исследовано. Неважно, какая ситуация в стране происходит, человек может расти с маленького до большого, но не очень много из нашего народа, которые попали в Аргентину, поднялись очень быстро. Кто-то приехал с деньгами и очень быстро пролетел, кто-то приехал с большими деньгами и, находясь на протяжении, допустим, года, потратил колоссальную сумму денег, которая назад не вернулась. И масса людей, которая приехала вообще с копейками, сумели найти себе силы изменить ту профессию, которая была у них где-то там, и начать шаг за шагом расти в этой жизни. Да, люди, которые приехали с компьютерными головами профессоров при владении английским языком, нашли хорошие работы. У меня были друзья, которые работали в очень хороших работах, но ихнее продвижение вверх было заморожено, потому что те, которые их взяли на работу, допустим, хорошие большие фирмы, не буду называть, они не давали им движения, но люди делали работу, которая неадекватно оплачивалась. Допустим, аргентинец на таком же положении, но абсолютно не имея понятия, как делать, в микроскопах высочайшего качества, они просто использовали наших людей, которые обладали колоссальными знаниями, которые налаживали эти микроскопы по всей стране, получали бомжовые зарплаты, естественно, та верхушка фирмы, которая нанимала этих людей, имела возможность получать хорошие зарплаты. Вот так же в других компьютерных технологиях. То есть человек, обладая знаниями, но будучи пришельцем в ту страну в виде ряда причин, он, естественно, получал меньше, за счет его кормились другие, имея возможность ездить по всему миру. Но если бы этого качества люди были использовали в своей стране, Украина была бы впереди планеты всей. Но Украина, к сожалению, потеряла наилучший свой потенциал, тот, который у нее был. Люди уехали со временем, первое время сложно, первое время очень сложно, потому что в каждом языке есть свои тональности, есть свои нюансы, есть язык, это как целый культурный пласт, который отображает исторические процессы внутри каждой языковой группы, которые также накладывает отпечаток на поведенческие реакции. И на этом тоже строится бизнес. Но, как я уже сказал в предыдущем, что у вас должна быть
тяга к бизнесу, у вас должно быть хорошее объемное воображение, потому что вы, когда мыслите образами, вы, когда мыслите объемно, вы можете ситуацию оценить с самых разных сторон. Ну, допустим, арегля де ропа, ремонт одежды. Когда это арегля де ропа, когда ремонт одежды актуален? Когда страна сытая, богатая, когда в ней продаются дешевые штаны, рубашки, ну, нету смысла людям ремонтировать одежды. Мне как-то товарищ со Штатов говорит, вот я, у нас там целая, ну, допустим, 6 носков, 6 пар или там 10 пар стоит бакс в Штатах. Это было много лет назад. Он говорит, ну, чего я их буду даже стирать? День выбросил, смысла никакого нету, рентабельности нету. Хотя это загрязняет планету, но кого это интересует, это уже отдельная тема. И вот вы приехали в страну, в которой кризис. Люди начинают экономить на чем? На всем. На ремонтах, кроме сантехники и электрики, экономят, но вынуждены. Затем на еде тоже сильно не сэкономишь, кушать нужно, а лучше кушать качественное за нормальные деньги. Если порвались штанишки, которые тебе дороги или которые не купишь дешево, а секонд-хенда тоже не всегда хватает. Ты идешь куда-то подшить за 5 копеек, там, за небольшие деньги. И тогда это все работает. Потому что, когда в стране хорошо, ремонтировать одежду идут только лишь богатые люди, которые, допустим, джинсы там за 10 тысяч долларов. Конечно, он не будет их выбрасывать для того, чтобы... для того, чтобы купить новое за столько же. То есть он пойдет там за доллар, за полтора, за два отремонтирует. Тогда это все работает. Тогда ищется место, но конкретно в Аргентине, в других странах Латинской Америки, я не знаю, когда ты снимаешь аренду, тебе нужна какая-то гарантия, или гарантия банковская, или гарантия каких-то людей, что в случае того, если ты не платишь аренду, за тебя эти люди уплатят. А это... По Аргентине я знаю, что мама сыну не давала гарантию, потому что сына был балбес, допустим, да. И таких вариантов очень много. То есть для того, чтобы снимать, но все равно есть варианты, все равно можно, если достаточно денег, положить там сумму денег за год аренды сразу вперед. Но какие возникают интересные подводные камни в таком бизнесе? Допустим, возьмем ремонт одежды, когда ты привязан к какому-то конкретному месту. Ты развиваешь бизнес. Ты его раскручиваешь на этом месте. Этот, допустим, место никому не интересно. Ты делаешь все движения, которые тебе необходимы. А тебе через год, видя, что ты успешен, начинают поднимать арендную плату. И арендную плату будут поднимать настолько высоко, насколько вы будете это терпеть. То есть каждый год, каждый контракт больше, больше и больше. Пока вы не скажете, ну, большинство... таких бизнесменов, которые недвижимости владеют, так и поступают. Мало среди них людей порядочных, которые назначили цену, потому что если идет инфляция, понятно, что люди будут поднимать свои услуги. Вот. Но если ваша профессия у вас в руках, вы взяли сумочку своим инструментом и начали делать ремонты. В критическое время, когда цены кусаются, люди будут в жарких странах ремонтировать кондиционеры, ремонтировать стиральные машинки, холодильники с телевизором, бог с ним. То есть вот такие маленькие сервисные услуги могут стать вашим делом, делом бизнеса. Это даже не предпринимательство. Предпринимательство – это когда вы что-то пробуете делать, начинаете. Когда вы занимаетесь бизнесом, когда вы приезжаете в страну, вы начинаете с малого, не хватайтесь за большое, потому что попытка открыть супермаркет, там столько подводных камней, столько разрешений, а потом просто уличная банда придет и вынесет вам этот магазин, и вы никому не пожалуетесь. Плюс там есть другие еще варианты, когда люди приезжают и с вас еженедельно и ежемесячно берут мзду, там, допустим, товаром или еще чем-то. Не очень просто иметь свой киоск в Аргентине, потому что арендные платежи,
Другие варианты. Привязка к банкам. Это все довольно геморройно. Я сейчас не буду трогать иммиграционные процессы. И я думаю, это важно знать и важно таким образом идти. Для того, чтобы определиться, чем же вам конкретно заниматься и к чему вам, вас лежит душа, это уже индивидуально от каждого человека. Потому что если вы хороший мастер-компьютерщик, если вы можете ремонтировать компьютеры, если вы владеете английским языком достаточно, вы можете это делать, даже находясь у себя дома, делая выездные услуги. Но все очень и очень сложно, потому что страны Латинской Америки, если раньше они пытались объединиться в такой Меркосур, страны, где товары и услуги двигаются без границ, оно на бумаге как бы есть, но на практике оно не работает. Если раньше люди за запчастями ездили на оптовые базы в Уругвай, в Парагвай, извините, и закупали там оптом, то какое-то время, даже я когда находился, уже все, таможенные ограничения, несмотря на то, что система Меркосур, торговых отношений между странами, существует. Мечтать о том, что купить что-то много в Аргентине и продать что-то в России, в Украине или где-то в Европе, это у вас должны быть связи с потенциальными покупателями или вас кто-то с большой структуры направил своим представителям. Только лишь тогда вы можете, ведя поиск, получая за это своеобразную вознаграждение, работать в этом ключе, то ли на проценте, то ли по месячной оплате. Основная же масса людей, едя в страну с какими-то относительно небольшими деньгами, вряд ли может этим заняться, и не стоит на это тратить свои усилия и те ресурсы, которые у вас есть. Лучше определиться, рыбку коптить, колбасу делать, делать то, что не делает никто. Но моя точка зрения, лично моя, чем бы я занимался и чем я пытался заниматься в Аргентине, это если у вас есть кусок своей земли, и вы производите органику, 100% органику без использования химикатов, без использования, допустим, каких-то геномодифицированных. Но это уже частная философия. Я думаю, со временем люди все будут направлены в этом направлении, потому что все те проблемы, которые человечество имеет сейчас, оно связано с тем, что мы есть то, что мы едим. Все. Я занимался точно так же добавками к питанию, американскими, другими. Но лично для меня было сложно ними заниматься, потому что я людям задавал сильно много вопросов, потому что если вы покупаете supplements dietaries, да, пищевые добавки, я лично не могу человеку втюхивать продукт, если я знаю, что в нем находятся те или другие добавки, которые плохо влияют на ваше здоровье. То есть я не могу продать, у меня подход совсем к другому, человеку продукт, который во времени разрушит его здоровье. Так было с компанией Тяньши в Буэнос-Айресе. Я прилагал много усилий объяснять людям, где там ошибка. Вот. Думаю, что Тяньши сейчас находится в сложном положении, но другие компании американских supplements довольно были хорошие, довольно имели хороший результат. То есть в основном, ну это уже сетевой маркетинг, можно ним заниматься, это как дополнительные средства. Еще интересный вопрос. Сварочные работы. Вот я свидетель, я участник событий, когда люди делали металлические изделия. Вот, и эти металлические изделия, допустим, вся Аргентина, весь Буэнос-Айрес зарешочены металлическими решетками, потому что криминальная, криминогенная ситуация колоссальная. И каждый первый этаж, или по-английски ground floor, то есть первые этажи по-нашему, да, вторые, третьи, заборы все были зарешочены, все были в колючках, город большой. Металл можно найти, мастеровых очень много, но не все это делают.
Мы даже делали такую услугу, как устанавливали колючки на заборы вместо битого стекла. Наши ребята, в принципе, поднялись и поднялись успешно на производстве Pinches de Seguridad. Где была ошибка этих людей? И я участвовал в этих процессах, что очень сложно было всех объединить для того, чтобы держать уровень цен на уровне и аргентинских. И так как мы были производители, это можно было делать очень успешно. Но так как каждый друг перед другом пытался продать дешевле или на стройке работать за миску супа, то сами понимаете, как с этими людьми можно строить бизнес. Но когда я начинал делать услуги людям, оказывая услуги по установке колючек, это, конечно, был успех. Был успех, и было довольно неплохо этим заниматься. Я сумел организовать продажу и установку колючек практически по всей стране. Были более амбициозные планы, но бросил, потому что с нашими трудно варить кашу, потому что каждый может тебе сказать лицо, и я тоже могу это сделать. Вот ты показал, ты рассказал, ты начал делать, и люди начинают у тебя выбегать наперед и пытаться сбивать цену. Это уже не бизнес. В бизнесе должно быть все спланировано, все четко и объемно представлено, как ты будешь это делать. То есть у вас должно быть представление, каким путем. И я это делал. С нашими очень сложно. Теперь очень важные вещи хотел сказать, и я скажу. Самое лучшее будет у вас получаться бизнес, если вы будете строить что-то или как-то, что на ближайшее первое время у вас не смогут перехватить. Вот тогда вы будете успешны. Если вы делаете что-то или вы смогли произвести какое-то изделие, вам нужно хотя бы полгода, пока кто-то скопирует и начнет депинговать ценами на таком же самом изделии. Это очень и очень важно знать. То есть, когда вы готовы, когда вы начали что-то производить, у вас должен быть запас ресурсов, чтобы вы начали производить в соответствии с потребностями рынка. То есть, если рынок взрывается на потребление, вы должны его обеспечить. А когда вы уже рынок захватили, вот тогда вам уже конкуренты не страшны, потому что у вас появляется финансовая база, у вас появляется более относительная платформа, база, и вы можете уже играть на разнообразии своих изделий, представляя, допустим, не одно изделие, а линейку, там, 3, 4, 5, но это не с первого дня. С первого дня нужно выбрать какое-то изделие, которое очень успешно, пропихнуть его рынок, заполонить не дешевыми ценами, а относительно нормальными ценами. Для этого вы должны читать газеты по заданной теме, естественно, пылесосить интернет, просматривать все возможные ресурсы, вступать в какие-то даже такие коммуникации с людьми похожими или подобными вариантами обсуждать. То есть вы должны провести, как правило, из моего опыта, если что-то новое вы проталкиваете, ну, у вас уйдет на это полгода, год, а у вас должны быть средства существования на промежуток этого времени. То есть у вас должна быть профессия, которая позволяет вам свободно оперировать или управлять вашим временем, когда вы можете работу вот остановить и пойти на нужную встречу. Остановиться, и это не приведет к каким-то там последствиям, что вы должны потом будете неделю или месяц работать за копейки, пытаясь компенсировать ваши финансовые затраты. Это очень сложно. Поэтому уезжать за рубеж вообще без денег, это, конечно, крайний экстрим. Я любитель экстрима, но я с высоты лет уже этого не рекомендую, потому что в результате страдает ваша семья и страдаете в конце концов вы. То есть нервы, потеря здоровья, это не компенсируется. Кроме всего прочего, занимаясь бизнесом, нужно не забывать о своем здоровье, нужно не пить алкоголь, а если пить, то пить с нужными людьми, или не пить алкоголь с непонятными людьми, потому что, проболтав свою идею, вы можете
потом годами искать, а чем бы заняться еще. Когда я приехал в Буэнос-Айрес, одна из первых встреч среди старых, среди соотечественников моего возраста или моложе, которые прошли, говоря по-нашему, Крым и Рим, мне один человек, которого родители бросили в Буэнос-Айресе, куда-то свалили, он остался сам на улице и выжил. Вот. Он мне сказал одну интересную идею. Не разбрасывайся своими идеями, потому что их перехватят, а идея появляется, но вы не можете плодить идеи каждый день. Без причины можно фантазировать круглые сутки, но если вы нашли нишу, если вы обнаружили какую-то интересную тему, и вы видите, что она железная и может сработать, значит, нужно работать на развитие этой темы, но поменьше делиться даже с членами своей семьи. Когда в первые годы в Буэнос-Айресе на железнодорожных станциях были очень интересные плакаты. Дядя Сэм в звездной шляпе в котелке пальцем вот таким показывает и говорит: «У тебя есть идея, мы покупаем твою идею». Ну, я так уже в переводе говорю. Я тогда задумался. У меня идей было много, и идеи интересные. Они срабатывали в некоторых вариантах. Но что интересно, у людей, у которых колоссальное количество денег, и которые для того, чтобы держать их в своей кубышке, вынуждены заниматься другими совсем вопросами, не связанными с креативностью, с производством идей, им легче создать своеобразную сеть, вылавливание идей, получение конкурсов. В нечистоплотных странах или странах третьего мира у вас воруют идеи. А самое ценное в современном мире не нехватка денег, а нехватка идей, которые могут изменить отрасли или что-то в чем-то без урона для окружающей среды. Или без урона чего-то, или которые улучшат вас бизнес. Когда-то в Советском Союзе были известные изобретатели и рационализаторы. Вот если у вас есть такие какие-то жилки изобретательства и рационализаторства, не спешите. Потому что может быть ваша идея в один момент изменить целый пласт. И если вы ее просто вот так подарите, ее могут трансформировать, зарабатывать хорошие деньги, а о вас никто не вспомнит. Понимаете? Я пытался прививать свои идеи, ну, среди людей, которых я хорошо знал, но что люди делают? Да, идея крутая. Допустим, я не буду говорить, какие. Люди берут ее, начинают адаптировать со своими мозгами. И с идеей получается полная ахинея. Полная ерунда. Потому что если у вас идея родилась с вашей какой-то мысли, с какой-то искорки, которая неизвестно откуда, опираясь на вас опыт, прилетела, и эта идея начала расти, вы видите, анализируете рынок, анализируете движение товара, услуг, которые происходят на этом рынке, и вы эту идею просто отдаете, хорошо, если людям она принесет какой-то успех. Кстати, не нужно стараться сразу хвататься за огромную идею, за какую-то там колоссальную. Там, смысла никакого нет. Не тратьте время и свои ресурсы. Займитесь с маленького в соответствии с вашими ресурсами, всегда вкладывая в ваш новый бизнес не более 50% тех средств, которые у вас есть. Для того, чтобы в случае неуспеха вы хотя бы могли бы частично вернуть потери и уже где-то переставить на какую-то другую, в каком-то другом направлении. А для того, чтобы адаптироваться для рынка, для страны, ищите ту работу, которая вам по сердцу, по душе, и начинайте становиться частью новой жизни, которую вы выбрали себе, которая вам нравится. А там уже будет видно, и там уже вы будете
себе принимать решение, двигаться ли дальше, или просто укореняться там. Кстати, когда я раньше, там, лет 5 назад, 6 назад вел консультации для коммерческих структур, ко мне обращалось, ну, буквально несколько семей из Российской Федерации и, ну, допустим, там, ну, скажу такой пример, я не буду говорить деталей, то есть человек обращается, говорит, у меня есть определенная сумма денег, чем мне заняться? Вот я человеку говорю, послушав все его истории, говорю, вот ты там математик, ну, не математик, а, допустим, там в чем-то специалист, вот к чему у тебя душа лежит? После длинных разговоров выяснилось, человек может заниматься массажом успешно. А испаноязычные страны, страны горячие, Аргентина, то есть Латинская Америка, они любят массажи. Они любят подстригаться, то есть это кайф своеобразный. А массаж, релакс-массаж, спортивный массаж, ну я не говорю там какие-то эротические, это мне неинтересно, хотя люди это тоже занимаются. Вот в этих странах быть крутым массажистом, высокопрофессиональным, это круто. И если я в момент своего приезда в Буэнос-Айрес на стройке зарабатывал $30 в день, мой знакомый на массаже, на одном массаже имел $30 за час. И он делал массажей 5 или 7. Даже клинику, которую там одну создали, которая занималась восстановительной терапией, восстановительными массажами. Все поменялось, все изменилось. Допустим, в Англии массажи не очень круто пытаются, но холодная страна, тут совсем другой менталитет и совсем другие флюиды и потоки энергетические идут. В Америке среди испаноязычных массажи популярны. В зависимости от прочего. Парикмахерские услуги в любой стране. Но когда кризис, вот сейчас кризис, позакрывали парикмахерские, как людям выживать? Ну, ходят по домам, стригут, практикуются, да? Поэтому думайте, врубайтесь, опять же задавайте вопросы. Я буду вот такими спонтанными наговорами выбирать какое-то направление. В одном из следующих повествований скажу другие темы, которые хороши были в Аргентине и в других странах, потому что в силу привычки я веду комплексные исследования, потому что не хочу сказать маркетинг, потому что маркетинг подразумевает совсем другой объем работы, который даже маркетологи не говорят, что же значит маркетинг. Я сейчас пытаюсь заниматься своеобразным коучингом, но я за это не беру деньги, потому что для того, чтобы было. К коучингу вернемся попозже. Могу объяснить, потому что, допустим, на постсоветском пространстве очень популярно заниматься коучем, обучением людей заниматься бизнесом. Этим часто занимаются те, которые вообще понятия не имеют о том бизнесе. Они продают лекции, как успешно быть в бизнесе, а есть вещи, которые должны доноситься для людей не за деньги. А вот уже совместный интерес может быть, конечно, учитываться в каких-то учетных единицах. С вами канал Канпэри. Задавайте вопросы, ребята. Задавайте вопросы, будьте активны. Можете делиться своими видео, моими видео, если хотите. То есть, ну, мне не интересно люди, которые будут приходить, там какие-то тупые комменты вы сдавать. Я ни перед кем оправдываться не буду и ничего удалять не буду, даже самые тоскливые комменты. Все, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, буду вас просвещать и опираясь на собственный опыт. И показывать те возможности, которые возникают в той или иной ситуации. Вот, пожалуй, все на сегодня. Bye.